Всем привет на канале Удачман. Мы сегодня с вами продолжаем тему миграционной политики, когда-то начатую у нас на канале и все еще не подошедшую к своему логическому окончанию. И вот вам еще один пример. Немецкие полицейские пограничники, ну здесь нет пограничников как таковых, поэтому работу пограничников выполняют полицейские отряды. На границе с Польшей, в земле Мекленбург-Передняя Померания, в один выходной день, это вам просто один из случаев, с которыми сталкиваются постоянно вот эти вот наши полицейские, находящиеся на охране границы. В один из выходных дней, в начале августа этого года, поймали контрабандиста, перевозившего в своем маленьком бусике, 24 нелегальных мигранта из Сомали. То есть, каким-то образом эти сомалийцы проникли на территорию Польши. Каким-то образом они проехали всю территорию Польши на этом бусике и попали в Германию. Но в Германии при рутинном полицейском осмотре эта машина была остановлена, были проверены документы этого водителя этого бусика. Полицейские обратили внимание на то, что он ведет себя как-то нервно, не сдержанно. Потребовали открыть его бусик и показать содержимое. Судя по всему, этот бусик, скорее всего, имел не белорусские, не украинские, не тем более российские номера. Если он свободно мог ехать по территории Польши и свободно мог проехать дальше. Умалчивается о том, какие были номера, страна принадлежности этого бусика. Остается известным тот факт, что из бусика вышло 24 здоровых жлоба сомалийца. Сомалийские пираты, которых там вот внизу, там в Африке, погнали. Они прибежали сюда. Бежали, увидели бусик, сели, поехали. И приехали. Что с ними стало? Ну, конечно же, их арестовали предварительно, до выяснения их действительной личности. И пока ведется следствие, кто это такие, их не выпустят из-под стражи. Этот же контрабандист, который... Ух ты, что, серьезно? Я спал, я не видел, кого я с собой брал, я вообще не знал, что у меня в бусике люди. Типа, блин, человек на вахте. Пришел, взял ключи от машины, поехал. Его, конечно же, закрыли, его арестовали, ему грозит срок за контрабанду людей. Это довольно-таки здесь все равно мягкие сроки, от 3 до 5 лет. Если этот человек имеет паспорт гражданина ЕС, то его могут закрыть лет до 8. А если это гражданин, допустим, из Болгарии или из Румынии, то ему грозит максимум 3,5-5 лет, из которых он, может быть, 2 или 3 отсидит, и потом его выгонят обратно на свою родину без права возвращения на территорию Шенгенского соглашения. А вот эти вот граждане, сомалийцы, которые... все еще сидят, все еще возмущаются, что они хотели попасть в нормальную страну, но просто они забыли, как их зовут и через какие страны они проехали. Будет неплохо, если их действительно депортируют, потому что они пытались проникнуть в страну нелегально. А все граждане, которые приезжают сюда нелегально, подлежат действительной депортации. Так что те зеленые или ультралевые организации, которые кричат, что нужно ко всем людям относиться с пониманием, входить в их положение, могут на данный момент просто-напросто попридержать свои язычки и посмотреть на работу полиции, которая старается, вопреки идиотским законам, принимаемым ежедневно в стране, скажем так, заходящего солнца, посмотреть на работу этих полицейских и сделать свои личные выводы, правы ли полицейские или нет.
Или все-таки нам действительно нужно было, чтобы еще приехали вот эти вот 24 сомалийца, сели на пособие, а со временем наше экономическое министерство заявило бы, что денег в казне не хватает, давайте работайте побольше. Нет, мы вам поднимем налоги, так будет правильнее. Вот так оно всегда у нас и происходит. Где поднимают налоги, где кому-то опускают налоги. В итоге все равно выигрывают самые коварные, самые хитрые, кто сидит у руля. Не будем говорить про корыто, нет, это я не говорил. Это так, мысль вслух, вообще, это все те, кто сидят у руля. Вот. Это один из тех случаев, когда полиция ежедневно отлавливает вот этих вот нелегалов. Здесь, на границе Баварии и Чехии, полицейские, особенно по выходным, отлавливают этих нелегалов пачками. Причем нелегалы, странное дело, но нелегалы какие-то или из Сенегала, или из Мали, или из Эритреи. Как они вообще попали на территорию Чехии? Какими путями они попали туда? Те же самые афганцы, которые тоже нелегалы, их разворачивают обратно. Какими путями, на каком основании они беспрепятственно проехали несколько стран? Венгрию, допустим, потом проехали Австрию, потом они попали в Чехию, и на границе с Баварией они все-таки попались. На каких основаниях? То есть, получается, они ехали на перекладных, получается, что они платили деньги тем людям, которые их подвозили от одной границы до другой. Значит, если эти люди, нелегальные мигранты, имеют такое большое количество денег в своих карманах, то почему бы им не построить свою жизнь в той стране, в которой они жили, с таким количеством денег? Или у них перед глазами только стоит вот этот значок доллара, чем больше денег, тем лучше? Ребятушки, все деньги мира не заработать, да и в могилу их с собой не возьмешь. Какими голыми пришли в мир, такими же с пустыми руками голыми и уйдете из этого мира. Деньги – это дело наживное. Но пользоваться услугами и всеми привилегиями социального пособника, ну не пособника, конечно, социального, скажем так, паразита, который десятилетиями сидит на пособии и нигде не хочет работать. Это действительно, это нонсенс, который не вызывает никакого сожаления, только чувство отвращения к таким людям, которые приезжают сюда и тут же садятся на пособие и утверждают, что они не работали, не работают и работать не будут, потому что им хватает того, что им платят пособие на папу, на маму, платят пособие на нескольких детей и оплачивают квартиру. Это действительно, если сложить вот так вот все до кучи, получается огромнейшая сумма, около 3000 в месяц чистого дохода, чистого. Поэтому так и рвут сюда все вот эти вот нелегальные мигранты, которых в большинстве случаев полиция все-таки отлавливает, оправдывая свою зарплату. Тяжелая у полицейских работа. А у этих еще тяжелее работа. Как-то проникнуть, как партизаны, как вот какие-то там, не знаю, летучие дроны, проникнуть на территорию Германии и стать на пособие. Ой. Я, в общем, хотел вам просто рассказать один из этих сотен случаев, как работает полиция и кого они отлавливают на границе, и что потом с ними происходит. Естественно, если эти мигранты получили, вернее, нелегалы получили статус беженца в Польше, то опять возникнет скандал между польским правительством и Германией, на каком основании Германия запретила этим мигрантам проникнуть на территорию Германии. А если у них статус беженца выданный в Польше, вот пусть они там и живут. Что они забыли со своим статусом польским в Германии? Пусть там доказывают свою толерантность, лояльность к польским законам. Пусть там доказывают, что они умеют работать, изучают язык. А здесь своих нахлебников хватает. Вот такие вот дела. Всем удачи. Пока.